Привет, зрители World Fashion Channel! С вами я, Юлия Горная, и мой фитнес-проект Iron Ladies Fitness. Сегодня у нас по плану 30-минутная кардио-хит-тренировка. 5 упражнений, 3 круга, в конце пресс и растяжка. Поехали! Начинаем разминочную часть кругового движения плечевых суставов. Вдох, раскрываем грудную клетку, выдох. Разогреваем плечевые суставы, подготавливаем наше тело к физической нагрузке. Вдох и выдох, сводим лопатки вместе, плечи стараемся вверх не поднимать. И выдох еще 2 раза. Раз и еще 2. Отлично, мы меняем движение. Теперь наоборот, закрываемся. Вперед, вращение. 4, 3, 2, 1. 90 градусов угол локтевого сустава и тянемся поочередно за левой, правой рукой. Уже чувствуем напряжение косых мышц живота. Растягиваемся на левую и правую сторону. Дыхание, вдох, растянулись, выдох в исходное положение. 4, 3, 2, 1. Отлично, руки в стороны, вдох, на выдохе закрылись. Вдох, раскрыли грудную клетку, выдох. Вдох. Округляем здесь грудной отдел позвоночника. Выдох. И еще. Осталось 4. И 3. 2. И еще 1. Отлично. Степ-тач. Начинаем подшагивать ногами. Шаг с касанием. И 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Open step с поворотами корпуса. На левую, на правую сторону перешагиваем. На левую, правую ногу. Мягкие колени. Разогреваем коленные суставы и позвоночник. Напрягаем мышцы живота. 4, 3, 2, 1. Отлично. Тянемся к ноге. Широкая постановка стоп мы оставляем. И поочередно тянемся к левой, правой ноге. И еще 4, 3, 2, последний, 1, стопы еще ставим шире, выпад на левую ногу, наверх, выпад, наверх, и 3, 2, 1, 3 пружины внизу, 2, 1, выпрямляем ногу, наклон, снова 3 пружины, и вниз, еще 3 пружины, вниз, еще 2 раза, и последний. Вниз. Отлично. Остались внизу. Перекатываемся на другую ногу. И также опускаемся вниз. Поднимаемся наверх. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Выдох. 2 раза. Выдох. 1. 3 пружины. 3, 2, 1. Наклон. 3, 2. 1. Опускаемся вниз. И еще 2 раза. Выдох. Последний. Выдох. Сгибаем колено и перекатываемся на левую, правую ногу. Не торопимся здесь. 4, 3, 2, 1. Остались на левой ноге. Руку на бедро. Разворачиваемся. Таз опускаем вниз. И еще 4, 3, 2, 1. Выпрямляем ногу. 4, 3, 2, 1. Выпрямляем. И еще 4, 3, 2, 1. Выпрямляем ножку. Отлично. Разворачиваемся. Перекатываемся на другую сторону. Руку в пол. Развернулись. Здесь пружина. Таз вниз. И еще 4, 3, 2, 1. Выпрямляем. 4, 3, 2, 1. Выпрямляем ножку. И последний. 3, 2, 1. Выпрямляем. Отлично. Разворачиваемся в центр и тянемся локтями в пол. 3, 2, 1. Руки в пол. Собираем стопы. Замок под коленями. Потянули спиной наверх. Вдох. Вырастаем вверх. Выдох, руки через стороны. И мы начинаем с марша на месте. Это была разминка. И сейчас мы подключаемся к основной тренировке. Мы начинаем основную часть тренировок. У нас
Три круга, 5 упражнений. Первое упражнение – разножка. Напрягаем мышцы живота и прыгаем. Правая, левая нога поочередно вперед. Руки работают в противоход. Пресс напрягаем, не забываем про дыхание. Здесь у нас 30 секунд. И еще. Дыхание держим. Ровное. Осталось еще 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Дальше конькобежный шаг. Прыжок, шаг. 30 секунд. Также работаем. Вдох, выдох, касание пола. Вдох и выдох. Еще. Вместе. Пресс напрягаем, спину держим ровно. Лопатки вместе. 10 секунд. Следите, чтобы колено не выходило за уровень мыска. 5, 4, 3, 2, последний. Замечательно. Сразу без отдыха мы продолжаем работать. У нас разножка. Мы чередуем сейчас упражнение с низкой интенсивностью и высокой. Вот разножка как раз упражнение с низкой интенсивностью. 30 секунд, уже меньше. Осталось 10 всего. Мы дальше переключаемся к джампинг-джеку. 5, 4, 3, 2, 1 и джампинг-джек. Здесь полминуты. Вдох, выдох, разворачиваем колени в сторону направления стоп. Выдох, выдох. Еще 15 секунд. Пресс напрягаем. Работаем здесь. Фух. 5, 4, 3, 2, 1. Сразу разножка. 30 секунд. Я засекла время. Руки работают. Плечи опускаем вниз. Пресс держим в напряжении и бежим. У нас упражнение с низкой пульсовой зоной. Еще 15 секунд здесь. Мы таким упражнением отдыхаем, останавливаем дыхание, но при этом не останавливаем движение. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Ноги на ширине плеч. Приседания вниз с прыжком наверх. Выдох. Также 30 секунд. Выдох. Руки перед собой. Работаем. Выдох наверх. 30 секунд. Стараемся толкаться всей стопой. И приземляемся на мягкие колени. И еще. Осталось 5 секунд. 3, 2, 1. Отлично. Не останавливаем движение. Бежим. Снова у нас разножка. Восстанавливаем дыхание. После прошлого упражнения дышим вдох через нос, выдох через рот. И работаем руками в противоход ногам. И еще 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Широкая постановка стоп. Присед с касанием пола. Прыжок в сторону, присед. 30 секунд. Я засекла время. Вдох. Выдох. Таз отводим назад. Колени вперед. Не надо уводить. Не дальше уровня мыска. Напрягаем пресс. Держим спину. Лопатки сводим. Касаемся левой, правой рукой пола. И еще у нас здесь 15 секунд. Терпим. Еще немножко. Главное, улыбаемся. И с хорошим настроением работаем над совершенством своего тела. 3, 2, 1. Отлично. Дальше снова мы бежим. Бежим. 30 секунд. Не забываем про дыхание. Восстанавливаем дыхание здесь. Фух. Разогрелись? Отлично. Бегаем. Еще у нас 15 секунд здесь. Фух. 10. И 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Работаем дальше, не отдыхаем.
Сгибаем колени, с прямой спиной выходим в положение планки, сводим лопатки вместе, взгляд направляем вперед и подтягиваем колени через сторону на выдохе. Также 30 секунд, время пошло, напрягаем пресс, напрягаем спину, голову не поднимаем. Еще у нас здесь 20 секунд, чувствуем напряжение косых мышц живота, когда подтягиваем колени в сторону. И еще у нас 10 секунд. Фух, на выдохе подтягиваем колено. Осталось 5, 4, 3, 2, 1. Замечательно. Сгибаем колени, подшагиваем руками к ногам и поднимаемся в исходное положение. Это был первый круг. У нас 1 минута восстановительная. Мы с вами дышим, восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Давайте подтянем ноги, подтягиваем одно колено к себе. Стоим здесь. Выпрямляем ножку, наклон к прямой ноге. Фух, восстанавливаем дыхание. Вторая нога. Подтянули колено. Прямая ножка вниз. Наклон к прямой ноге. Широкая постановка. Стоп. Потянемся к левой, правой ноге. Время у нас еще идет. Расслабляем шею. Собираем стопы, поднимаемся наверх. У нас еще 20 секунд, попейте воду, настройтесь, и у нас будет второй круг нашего кардиосета. Работаем дальше. 30 секунд у нас разножки. Нога, рука поочередно. У нас упражнение с низкой интенсивностью. 30 секунд. Вспоминаем, дальше у нас конькобежный выпад. Это будет упражнение с высокой интенсивностью. И еще здесь 10 секунд осталось. Бежим. Про дыхание не забываем. Держим ровную спину. И отлично. Меняем конькобежный шаг с касанием пола. Также 30 секунд. Вдох и на выдохе наверх. Опускаемся вниз, следим за техникой выполнения упражнения, уводим ножку в сторону и улыбаемся. Самое главное – это делать упражнение с улыбкой. Вдох и выдох. Еще 4 секунды. 2, 1. Замечательно. Не отдыхаем, бежим дальше. У нас разножка. 30 секунд. Рука, нога работают в противоход. Дыхание держим и активнее работаем. Руки, ноги чередуем. У нас упражнение на восстановление после конькобежного шага. И еще 5 секунд. 4, 3, 2. Дальше jumping jack. Выдох, выдох. И еще 30 секунд здесь. Повторяю, что у нас хит, кардио-тренировка. Каждое упражнение мы делаем по 30 секунд. 30 секунд с высокой интенсивностью и 30 секунд с низкой интенсивностью. У нас сегодня это разножка. А сейчас у нас jumping jack. И осталось 8 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И снова побежали. Не отдыхаем. Мы двигаемся постоянно, чередуя нагрузку и улыбаемся, потому что с вами телеканал World Fashion Channel и Fashion Fitness не даст вам скучать. И еще 10 секунд, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, отлично. Следующее упражнение – присед с выпрыгиванием. Опускаемся вниз, выдох наверх, 30 секунд. Вдох, выдох, приземляемся на мягкие колени. Стараемся приземлиться бесшумно. Амортизируйте коленными суставами. Чем мягче вы будете приседать, чем меньше нагрузка на ваши суставы. Вдох и выдох. Выдох наверх. Толкайтесь всей стопой. Выпрыгивайте. Еще. У нас 10 секунд. Осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И сразу бежим. Не отдыхаем. Фух. Пока бежим, восстанавливаем дыхание. И вспоминаем следующее упражнение. У нас присед с прыжком в сторону. На левую, на правую.
15 секунд здесь. Наши легкие пробежки, восстановление дыхания. И мы будем работать дальше. Осталось 5 секунд. Через 4, 3, 2, 1. Следующее. Присед с передвижением на левую, правую сторону. Поехали. 30 секунд. Я засекла время. С касанием пола. Таз назад. Выдох наверх. Выпрыгиваем. И перемещаемся налево, направо. С касанием пола. Таз уводите назад. У нас осталось еще 15 секунд. Следите за дыханием. Фух. Держите темп. Это высокоинтенсивная нагрузка сейчас. Дальше мы с вами восстановим дыхание. Фух, хорошо. Сразу побежали. Вот здесь низкая интенсивность. Темп медленный. И восстанавливайте дыхание. Пока мы бежим, настраиваемся на следующее упражнение. У нас планка динамическая. Фух. Еще. 10 секунд здесь. 5, 4, 3, 2, 1. Не отдыхаем, тренируемся дальше. Динамическая планка. Сгибаем колени, выходим в положение планки. Руки на ширине плечевых суставов, лопатки вместе, взгляд направлен в пол. Поочередно подтягивайте колено с левой и с правой стороны. На выдохе подтянули. Пресс держим в напряжении, не расслабляйте поясничный отдел. И дышим, дыхание не задерживаем. И еще у нас здесь 10 секунд в динамической планке. Работаем. Отлично. Как настроение? 3, 2, последний. Сгибаем колени, возвращаемся в исходное положение, поднимаемся наверх. Мы завершили второй круг, и сейчас у нас 1 минута на отдых. Я засекаю время, пьем водичку, немного потянемся, вдох, выдох, восстановим дыхание, вдох, выдох, и настроимся к третьему активному кругу. Напоминаю, у нас сегодня 30-минутная кардио-хит-тренировка. 5 упражнений мы повторяем в течение 3 кругов. И сейчас у нас 3-й круг. Еще 30 секунд отдыха, и мы начинаем. Помните с чего? С разножки. Мы бежим. Упражнение с низкой пульсовой зоной, низкая интенсивность. Потом переходим в конькобежный выпад. Тоже 30 секунд. И сейчас мы уже настраиваемся. Еще подышим. Вдох, выдох. Потянем плечевые суставы. Настроимся морально. И через 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Побежали. Разножка. Упражнение с низкой пульсовой зоной. Низкая интенсивность. Пресс напрягаем. Работаем руками. Сильные руки, сильный корпус. Держим спинку. Красивая осанка. Макушкой тянемся вверх. Чередуем ножки. Выдох. Спокойное дыхание здесь. Настраиваемся на следующее упражнение. У нас конькобежный выпад. И еще через 5 секунд мы меняем упражнение. Фух. 2, 1. И поехали. Конькобежное. Касание пола. Прыжок. Касание. Вот это упражнение с высокой интенсивностью. Прыгаем на левую, на правую сторону. Колено не уводим за уровень мыска. Стараемся держать высокий темп. Здесь всего 30 секунд у нас на выполнение этого упражнения. Я слежу за временем. Осталось совсем немного. И 3, 2, 1. Работаем дальше. У нас разножка 30 секунд. Руки-ноги. Восстанавливаем дыхание здесь. После конькобежного выпада низкий темп у нас. Фух. Глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот. Вдох, выдох, вдох, выдох. Восстанавливаем пульс, дыхание, настраиваемся. Дальше у нас jumping jack. Через 1 и джеки. Выдох, выдох. Руки наверх, ноги врозь. И возвращаемся в исходное положение.
30 секунд. На джампинг джек у нас. И еще. Осталось 10 секунд. Пресс напрягаем. Держим темп. И еще. 4, 3, 2, 1. Сразу переходим в разножку. Бежим. Фух. И вспоминаем. Следующее упражнение у нас. Присед с выпрыгиванием. Высокий будет темп. Сейчас темп низкий. Сейчас мы восстанавливаемся. Но не останавливаемся. Мы восстанавливаемся в движении. После этого упражнения переходим к приседу с выпрыгиванием. Через 3, 2, 1. И ноги на ширине плеч. Садимся вниз. Руки перед собой. На выдохе. Руки наверх. Вдох. Выдох. 30 секунд. Выдох. Выдох. Без остановок. Держим темп. Садимся так, чтобы было бесшумно. Не топаем ногами, амортизируем коленными суставами, мягко приземляясь вниз. И еще 10 секунд. Выдох наверх. Толкаемся всей стопой. Напрягаем пресс. 4, 3, 2. Последний. Выдох. Сразу бежим. Не останавливаемся. Поддерживаем высокий пульс здесь. И восстанавливаем дыхание. Вдох и выдох. И еще. 30 секунд у нас здесь. Уже 15, уже половину мы пробежали. И настраиваемся дальше. Следующее упражнение. Приседание с передвижением на левую, правую сторону. Через 8 секунд. И еще. 5, 4, 3, 2, 1. Мы не отдыхаем, а тренируемся дальше. У нас приседание с передвижением на левую, на правую сторону. Также 30 секунд. Время пошло. Поддерживайте свой темп. Следите за техникой выполнения упражнения. Улыбайтесь. И становитесь лучше с каждым днем. Вместе с телеканалом World Fashion и фитнес-проектом Iron Ladies Fitness. Фух. Тренируемся еще. Толкаемся всей стопой. Чувствуем свои ножки. Как они включаются в работу. И еще 3, 2, 1. Супер, бежим. Восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох. Легкая пробежечка. Также у нас 30 секунд здесь на бег. Напоминает, у нас третий круг. Он уже практически завершается. У нас остается еще одно упражнение. Динамическая планка. Будем подтягивать колено на левую правую сторону. Осталось совсем чуть-чуть. 3, 2, 1. И у нас динамическая планка. Сгибаем колени с прямой спиной. Ставим руки на пол. Шагаем вперед. Выходим в положении планки. Руки на ширине плеч, лопатки вместе. И подтягиваем колени через стороны. У нас 30 секунд на выполнение этого упражнения. Выдох, выдох. На напряжение мышечное мы делаем выдох. Когда возвращаемся в исходное, делаем вдох. Чувствуем косые мышцы живота, напрягаем пресс, ягодицы. У нас еще 15 секунд на выполнение этого упражнения. Еще немного. Осталось совсем чуть-чуть. Уже финишная прямая. Работаем. 5 секунд. 3, 2, 1. Супер. Шагаем назад. Сгибаем колени и поднимаемся наверх. Восстанавливаем дыхание. Сейчас вы сделали 3 круга. По 5 упражнений. Молодцы. Немножечко потянемся. Потянем шею. На правую, на левую сторону. Вдох, потянулись, выдох, лопатки вместе, грудь вперед, настраиваемся, дальше будем работать с мышцами живота. Исходное положение. Лежа на коврике, ноги на ширине плеч, прижимаем поясничный отдел, держим голову на весу, плечи отрываем и поочередно поднимаем ногу и скручиваемся, чередуем ножки, выдох. Вдох. Здесь не торопимся. Скручивание вперед. Тренируем прямую мышцу живота. И вместе делаем повторение. И еще у нас здесь 10.
Самое главное, прижимайте поясничный отдел к коврику. Лопатки не опускайте, плечи у вас всегда на весу. Осталось еще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Замечательно, растягиваемся, растянем прямую живота, мышцу живота, чуть отдохнем. Глубокий вдох, выдох. Снова прижимаем поясницу, поднимаем ножки, ноги у нас на весу, плечи тоже поднимаем и поочередно выпрямляем левую, правую ногу. Одно колено подтягиваем к себе, другую ножку выпрямляем. Выдох, выдох наверх, вдох вниз, выдох наверх. И еще у нас здесь 10. Поясницу прижимаем, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний, 1. Ножки опустили вниз, снова растянулись. В разные стороны, за ногами, за руками, отрываем поясничный отдел, чувствуем растяжение прямой мышцы живота. Глубокий вдох, на выдохе снова прижимаем поясницу, обнимаем одно колено и переходим в положение сидя. Здесь мы держим группировку, круглая спина, поднимаем ноги, руки держим перед собой, локти в стороны. И касание пола с левой, с правой стороны. Russian twist. Скручивание у нас. Здесь 15 повторений. Вместе. Темп. Самое главное, чувствуйте, что вы работаете косыми мышцами живота на скручивание. Держите группировку. Округляйте спину. Должны чувствовать только мышцы пресса и мышцы ног, но не поясницу. И еще у нас 10, 9, 8, 7, 6, еще немного, 5, ножки держим на весу, 4, 3, 2, последний, 1, 1, замечательно. Остаемся в положении сидя, выпрямляем одну ногу, вторую беремся за стопу, держим спину ровно. Вот сейчас мы переходим к растяжке. Макушкой тянемся вверх, лопатки сводим вместе, держим спину ровно. И выпрямляем ногу перед собой в комфортной для себя амплитуде. Держим ножку, удержим ровно спину. Спокойное дыхание ровное, глубокий вдох. И медленный спокойный выдох. И еще раз вдох. И медленный, спокойный выдох. Сгибаем колено, ставим с наружной стороны стопы. И противоположной рукой колено обнимаем. Прижимаем колено к груди. Рука за свою спину. Вытягиваемся за макушкой вверх. Держим спину ровно и взгляд за спинку назад. Грудь вперед, лопатки вместе. Колено максимально прижимаем к себе. Глубокий вдох. И медленный, спокойный выдох. Восстанавливаем дыхание здесь. Смотрим за свою спину. Вдох и выдох. Замечательно. Меняем ноги. Также сгибаем другую ногу. Беремся за стопу. Вдох и на выдохе выпрямляем колено. Держим ногу прямо. Спину ровно. Макушкой тянемся вверх. Чувствуем растяжение подколенных связок. Задней поверхности бедра, икроножной мышцы. Если расслабим стопу, сможем почувствовать вытяжение икроножной мышцы. Поэтому старайтесь расслабить больше стопу. Почувствуйте вот это вытяжение. Удерживайте спину ровно, лопатки вместе. Вдох и на выдохе. Сгибаем колено и ставим стопу с наружной стороны противоположного бедра. И противоположной рукой обнимаем колено, прижимая его к груди. Руку за спину. Держим спину ровно, макушкой тянемся вверх. Раскрываем грудную клетку, тянемся макушкой, взгляд направляем за свою спину. Глубокий вдох и медленный спокойный выдох. Несколько дыхательных циклов здесь. Вдох и медленный спокойный выдох. Хорошо. Широкое положение ног. Тянемся макушкой вверх, руки ставим перед собой и с прямой спиной стараемся опуститься на локти медленно. На вдохе опускайтесь ниже. Если для вас комфортная амплитуда – это прямые руки, то останьтесь здесь, так, чтобы не было резких болевых ощущений.
Самое главное, удерживайте спину ровно, лопатки вместе. Старайтесь тянуться именно животом к полу. Не с круглой спиной, не округляйте спину, а держите спину ровно, тянитесь животом вперед. Хорошо. Рукой тянитесь к противоположной ноге. Возьмите с наружной стороны стопы и потяните бок, растяните здесь. Также медленный, спокойный вдох и плавный, спокойный выдох. Вдох, выдох. Возвращаем руку в исходное положение и меняем. Другая рука, другая нога. Также растягиваемся за рукой. Беремся с наружной стороны стопы. Обе ягодицы у нас на полу, таз не поднимайте от пола. Наслаждайтесь растяжкой, наслаждайтесь проделанной работой. Сегодня у нас была 30-минутная кардио-хит-тренировка. Надеюсь, вы хорошо вспотели. И сейчас восстанавливайте свое дыхание и растягивайте мышцы, чтобы лучше восстановиться после активной нагрузки. Руки перед собой, снова опуститесь как можно ниже. С каждым дыхательным циклом старайтесь опуститься еще ниже и больше расслабить бедра. Почувствуйте растяжение связок тазобедренных и под коленных. Вдох, выдох. Оставляем руку перед собой. Вторую руку направляем наверх. Тянемся пальцами рук в потолок. Вдох. И на выдохе тянемся к стопе, растягивая бок. Глубокий вдох и выдох. Снимайте напряжение. Вдох. Расслабляйте свои мышцы. И еще один дыхательный цикл. Вдох, выдох, разворачивайте сторону ноги, тяните животом, бедру здесь. Голову не поднимайте, голова у вас в продолжении линии позвоночника, взгляд в пол. Стремитесь животом, старайтесь живот положить на бедро и опуститься еще ниже. Направьте пальцы ног на себя, так вы еще усилите вытяжение икроножных мышц. Вдох. И на выдохе поднимайтесь наверх, возвращайтесь в исходное положение. Еще потянемся немного вперед. Старайтесь опуститься ниже. Вдох и выдох. Снимайте напряжение. Оставляем одну руку на полу, второй рукой направляемся вверх. Тянемся пальцами рук наверх. Плечи не поднимайте, плечо опускайте вниз. Еще один вдох. И на выдохе тянитесь за стопой. Ягодицы не поднимайте, бедра у нас на полу. Вдох, чувствуйте растяжение бока. Снимайте напряжение с мышц, чтобы увеличить амплитуду движения в суставах. Вдох и на выдохе разворачивайте корпус, тянитесь животом к бедру. Направьте пальцы ног на себя, чтобы еще усилить вытяжение икроножных мышц. Взгляд в пол, взгляд перед собой. Хорошо, поднимаемся наверх. Сгибаем одно колено, второе, стопы вместе. Сейчас упражнение бабочка. Беремся за стопы, садимся максимально близко к пяткам. Раскрываем грудную клетку, держим спину ровно, красивая осанка. И старайтесь опустить колени максимально вниз, прижать их к полу. Вдох. И на выдохе тянитесь вниз, раскрывайте тазобедренные суставы. Выдох, снимайте немного напряжения. И на вдохе снова раскрывайте тазобедренные суставы, тянитесь коленями вниз. Выдох, замечательно. Собираем колени вместе. Следующее упражнение. Держимся за ноги с прямой спиной, вдох. И на выдохе округляем спину, толкаемся назад. Расслабляем мышцы шеи, голова падает вперед. И еще раз. Вдох, потянулись наверх. И на выдохе округляйте спину. И еще раз. Вдох, потянулись наверх. И выдох, растянули грудной отдел и поясничный позвоночника. Замечательно. Переносим вес на стопы. Держим руки перед собой. И на вдохе выпрямляем ноги. Расслабляем мышцы шеи. Держим замок руками. Расслабляем полностью верхнюю часть корпуса. И чувствуем вытяжение позвоночника под весом рук и головы. Слегка сгибаем колени. И ролл-ап позвонок за позвонком. Начинаем протягивать позвоночник.
Вдох, раскрылись. Выдох, снова вниз. Roll down, опускаемся, касаемся пола. И снова медленно, плавно вырастаем вверх. Раскрываемся здесь. И еще разочек. Вниз. Также сегмент за сегментом опускаемся вниз. И на выдохе поднимаемся наверх. Вдох. Замечательно. С вами была программа Fashion Fitness и я, ваш фитнес-тренер Юлия Горная. Сегодня мы проделали кардио-хит-тренировку. Надеюсь, вам понравилось. Повторяйте ее в течение недели самостоятельно и увидимся в следующем выпуске.